Чувашский язык все чаще привлекает к себе внимание ученых. На этот раз исследовать особенности говора местных жителей в республику приехали лингвисты и молодые филологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, как говорят у вас слово «пруд»? Пё, пруд, тёрт, спина, мандра, моток. В речи жителей села Малое Корочкино можно услышать слова, которых нет в других уголках республики. В составе верхового диалекта Чувашии несколько говоров. Среди них особенно выделяется малокорочкинский. Он практически полностью отличается от литературного языка, который больше используют низовые чуваши. Сам Ашмарин писал, что вот значит, в Малом Корочкино сохраняется удивительный диалект, который сохранил очень многие такие древние булгарские черты. И, знаете, даже в принципе, чувашский занимает очень такое особенное место среди тюркских языков. Институт лингвистических исследований РАН с 2001 года изучает языки народов России. Вместе со студентами языковеды выезжают на экспедиции по разным регионам страны и погружаются в атмосферу исследований. Они записывают небольшие рассказы местных жителей и изучают их. Учителя Малокорочкинской школы помогают с переводом текстов. Мне кажется, что когда люди видят, что люди там русские, вообще люди другой национальности, интересуются их языком, это очень важно для их самосознания. То есть они как бы понимают, что их язык представляет большую ценность. Люди приезжают издалека, чтобы его изучать. Когда мы ездили в Калмыкию, мы столкнулись с тем, что дети там вообще не говорят на родном языке. И хотелось бы, чтобы здесь, ну, в общем, до этого не дошло все-таки. Анастасия Сторожева изучает заимствование чувашских слов из русского языка. Девушка впервые приехала на подобные исследования. И вот что ей уже удалось выяснить. Глаголы в основном заимствуются, даже не в основном, в принципе, заимствуются через глагол «делать» в чувашском. То есть, например, «организовать». Кто-то организовывает что-то, будет «организовать тават» или «организовать тап». Тоже варьируется. Языковая экспедиция уже подходит к концу. За 3 недели, конечно же, сложно узнать все секреты. Но каждый из участников собрал интеллектуальный запас для работы на год вперед. Результаты можно будет увидеть в научных статьях и докладах на конференциях. Анастасия Алангина, Андрей Шоклев, Республика.